Дети читают стихи. Образцовый театр студия. Веселый ветер. Республика Коми, город Воркута. Юрий Владимиров. Оркестр. Папа и мама ушли к дяде Косте. У Саши и Вали в гости. И придумали Саша с сестрой. Давайте устроим оркестр. И устроили. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? Кошка в окошко, кот под комод, док со всех ног на порог и на улицу. И по всем по этажам страшный шум, страшный гам. Кричат во втором, рушится дом, провалился этаж. Схватили саквояжи, лампу, сервиз и вниз. А в первом говорят, без сомнения наводнение. Схватили сундуки и на чердаки. А на улице, где дом, разгром. Очень страшно, очень жутко, своротила лошадь будку. Что за шум, что за крик, в лавку въехал грузовик. Прибегает управдом, почему такой совдом? Где пожар, где обвал, и оркестр увидал. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? А дворник дал пожарный сигнал, и по этому сигналу часть тотчас же прискакала. Где горит, управдом говорит, не пожары здесь, поверьте, все несчастье тут в концерте. Папа и мама на улице лосали и то услыхали. Что за шум, что за крик, как несчастье дома. Побежали так, что папа потерял платок и шляпу. Прибегают мама с папой, папе дети говорят, тише, здесь оркестр играет. Ну-ка, вместе дружно Влад, Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе?